Друзья, в интернет-магазине запчастей yulsan.ru вы не только можете заказать запчасти для вашего автомобиля по очень низкой цене, но и начать свой собственный бизнес, просто кликнув на вкладку «Франшиза». Более 150 магазинов по всей России, и вы можете открыть свою точку продаж. Все, что нужно, это опыт работы в автомобильной сфере, помещение от 15 квадратных метров и первоначальные вложения, исходя из численности вашего населенного пункта. Так что теперь и вы можете начать зарабатывать вместе с yulsan.ru. Все ссылки в описании. Ребята, чернозем. Операция по спасению. Оп! Оп! Почти. Почти. Все нормально. Все хорошо. Осталось москвич дернуть. Проехал хорошо как, а? Прям далеко. Ну да, поверху ехал далеко. Пока не спал. Пока не спал. Да не, ну тут, ну глянь, вот вообще прям высоко-высоко. Он прям здесь начал скорость терять. Не, ребят, по факту, конечно, москвич. Ну что вы от него хотите? Ну там мост, там балка, там... Там все негативные факторы, которые влияют на проходимость. Которые могут влиять на проходимость и влияют в данном конкретном случае. Ну что вы от него хотите? Но ему не хватило, ну вот, 3 метров. Вперед. Осторожно, москвич, не поцарапай. Куда? А, вперед, вперед. А назад, это тут далеко. Не, вперед там. Глянь, он как роет, а. Цепь я обул, вот даже на заднюю ось просто вообще не остановить. Тачка бомба. Но этот Паджеро на цепях мы уже видели. Уже, как это, плавали, знаем. О, о! По факту, ребят, цепи, блин, ну... Зачастую получше, чем любая грязевая резина. Они, правда, могут порваться, они, правда, могут соскочить, но это уже там частности. Чем хороша резина, она все-таки есть и есть. Да, резина может разуться. Тут как бы тоже палка о двух концах.
Ну что, Макс, ну как бы тут москвич проехал, понимаешь? Если что, мы тебя москвичом дернем, не переживай. Так. Максим! На внедорожный 9.9! Максим! Сполз в колею! Запрызгивает меня грязью! Но все равно едет! Ха-ха! Охренеть! Максим, крути рулем! Давай! Не, пробуй назад, не закапывайся. Назад едет удивительная тачка. Пробуй вперед. Забрызгал меня грязью. Что такое? Видно, это операторская доля у меня такая. Так, ну давай, чуть-чуть не хватает. Вот это я понимаю, резиняка. Да может даже и сам выйдет. Тех луазовскую сюда бы. Но луазовская резина стоит у нас на девятке, которая ожила. Которая в ближайшее время прям вообще появится. Но при желании можно выехать назад. Попробовать штурмануть потом по другой траектории. Но так-то она вообще практически выезжает. Грязь летит, ребят, грязь летит, просто бомба. Вот что значит передний привод на хорошей резине. Давай. Давай, чуть назад, я тебя толкну, чуть назад. Макс. О, хорош, подожди, давай. А, без меня поехал. Да как так? Ну, я так не играю. В очередной раз москвич унизили. Далеко мы не уехали. Я хочу сказать, вот как разведка у нас. Не покатушки, а именно разведка. Так мы обязательно засаживаемся. Я же тут недавно на черный, ребят, поехал на разведку. И здесь же, в общем-то, и присел, но только вот там, чуть подальше. То есть ты даже на цепях здесь не проехал. Я, блин, я что-то провалился. Да, на передке цепей не хватает. Ну, ничего. Ой! Какая тут жопа! Ох. Да, ну и, конечно, дорожный просвет, ребят. Здесь, в общем-то, он сыграл злую шутку, потому что вот следы от всяких там защит поджериковских. Сейчас будет небольшой эпик, потому что это же место попробует преодолеть сурф. Сурф. О, как лихо он там разворачивается. Интересно, он что, на заднем приводе будет пробовать? И финишная черта там же. А полный включить. Ты забыл включить полный. Ну теперь все. Какой дождичек. Ну и теперь смертельный номер. А эту же лужу... Нет, не эту же. В эту же я не поеду. Ну чуть левее поеду на москвиче.
Радует ли вы оно? Он даже назад не хочет ехать. Почему? Мокрая трава, грязь. Собственно, всё. Разведка закончена на сегодня. Хватит.